Трактор стоит, разломающийся, развалит. А вот остановка детский мясокомбинат. Вот мы здесь стоим. Детский мясокомбинат? Вот это похоронное бюро? Что? Вот это похоронное бюро? Ну, она мне так сказала, женщина, я не знаю. Ну? А исполнительная служба? Я не знаю. Сейчас тут и телевидение приехало, все приехали. Вы знаете, объясните им сами. Я при чем? Объясните мне, пожалуйста. Я при чем? Я как и Бог. Мне еще стану грудью на амбразуру и буду, блин, стоять и прикрывать. Извините, я не могу. Они приехали, все встали. Все. Давайте. Нам... Ну расскажите нам еще немного, что вы тут продавали? Я не буду ничего рассказывать, извините. Почему? Не хочу. А есть у вас лицензии там разные на алкоголь? У нас алкоголя нет. А да? Вот это автомат. Точно такой же запах, как и здесь. Алкоголь аж какого качества и что он из себя представляет. Насколько он опасен для жизни людей, я вам сказать не могу. Ну, я бы такой употреблять ни при каких обстоятельствах не стал. Все безопасности покинуть. Вот это еще, да? Ничего особого. Хорошо, я государственный исполнитель. Покажите себе. Это понятно. Да тут завод такой был. Ладно, просто вас не будут туда весь раздать. Не, извините, это не его, это наше. Я не поняла ваше вас. Это кого? Ну, документы. Ваше предприятие какое-то, ну, которое тут торговало водкой или как? Водка мне торговала. Арендатора это. Ну, покажите договор аренды. Фух, царь. Алло, Коля, нет денег, они уже все его описали, сказали, что это не сюда пошло. Такого договора аренды покажите. Ну что тогда делаем? Все? А там же можно? Ну все, ладно, давай, пока созвоним. Ну, я не знаю, что они там хотят, но они хотят оставить. У нас на руках есть решение суда о демонтаже, известной на территории Новокайданского района разливайки, которая вначале тут реализовывалась ритуальная продукция. После того, как спрос на нее упал, они на протяжении последних полутора лет торгуют на разлив алкогольными напитками. То есть и все какие-то там переговоры о приведении в соответствие этой торговли, то есть ни к чему не пришли. Мы обратились в суд, у нас на руках есть решение суда о сносе этого объекта. Есть здесь на месте представитель исполнительной службы, который готов показать всю необходимую документацию. Честно говоря, я пытался привести чувство последние 3 месяца. У меня времени на это больше нет. Где техника? Михаил немножко в сторонку. Спасибо. Thank you.